Традиционно во второе воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают строители. Накануне в Ивановской филармонии собрались представители отрасли, чтобы поздравить ветеранов индустрии и наградить лучших. В условиях реформирования строительной отрасли мы сохранили темпы строительства жилья. За 6 месяцев текущего года ввели в эксплуатацию более 148 тысяч метров квадратных жилья, которое, безусловно, будет востребовано у жителей области. Строительные компании в значительной степени определяют облик города, делают его удобнее и комфортнее для граждан. Важная проблема последних лет – обманутые дольщики и долгострои в регионе постепенно решается. Власть вместе с бизнесом нашла способы, чтобы тысячи ивановцев наконец получили ключи от долгожданных квадратных метров. Проходят десятилетия, столетия, совершенствуются технологии, появляются новые материалы, развиваются отрасли. Но в центре всегда стоит человек, строитель, созидатель. И мы хотим сказать огромное вам спасибо за ваш труд, за все то, что вы делаете для общества. Хотим пожелать вам успехов в профессиональной созидательной деятельности, счастья, мира и добра вам и вашим близким. С праздником! В этом году в строительной отрасли произошли значительные изменения. С 1 июля изменилась схема финансирования строительства многоквартирных домов. Как и прежде, дольщики вносят плату за квартиру еще до сдачи дома. Но использовать эти деньги фирмы не могут. Они будут храниться на закрытых эскроу-счетах, а средства на возведение МКД застройщику выделит банк. Таким образом, власти решили обезопасить граждан от недобросовестных девелоперов. С наступающим нашим профессиональным праздником. Думаю, что переход и по новым правилам работы на экскроу-счета мы как-то это будем регулировать. Российский союз строителей нацелен, значит, на позитив, чтобы вам было комфортно и работалось. Наши двери в Москве открыты. Значит, все строители, которые здесь присутствуют, могут к нам напрямую тоже приезжать с любым вопросом. На праздничном мероприятии в филармонии наградили не только заслуженных деятелей отрасли, но и тех, кто только планирует стать строителем, студентов профильных направлений подготовки. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.